Hey, okay, с вами Шумики, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Hidden Shroud Time. Как я понимаю, мы будем просто что-то искать. Довольно прикольные визуализированные, так сказать, картинки. Да, тут эльфы, могилки. Так, режим сюжета есть, редактор карт. В сети настройки кредиты. Ладно, давайте тогда решим сюжетом. Основной сюжет — сказания викингов, легенды Японии. Давайте основной сюжет. О, нихера тут основной сюжет. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, короче... Фига и много. Но это, походу, у нас идет цивилизация, да, типа. Сбросить, очистить все прохождения. Так, каменный век. Нападение тиранозавра. Играть. Так, нападение тиранозавра. Какой? Ну, этот или тот? Так, короче, ребята, как я понимаю, нам сейчас нужно очень внимательно все смотреть и искать. Поэтому давайте я максимально... Что это за херь? А, меню. Внимательно взгляд впускаю сюда. Так, нам нужно найти... Не стоит оставлять мясо снаружи. Бери это и помоги им. Может, поэтому он такой злой? Утягабугана. А, то есть потом будет вообще пиздец. Но я могу и очень близко прицеливаться. Хо. Слушайте, загрелся? О, я нашел еду как раз. Found. Yes, I found. А, то есть... Тут все нужно кликать. Так, я прошел на следующую, но мы с вами должны найти все. 100% прохождение игры. Палка. Вы нашли все цели, чтобы вы хотели сделать. Остаться, следующий уровень. Следующий уровень. Деревня. Так. Отлично, у меня есть фрукт. Но где мой нож? Кинжал. Охотники снаружи. И я наконец-то могу сбежать. Рубить этим дерево было не так-то просто. О нет, кто-то убил дерево. Так, хорошо, давайте. Оно по-любому спрятано так, чтобы у нас... Ну, к примеру. О, нет, кто-то убил дерево. Значит, оно где-то в дереве торчит. Логично. Думаю, да. Ну, типа, древесина, значит, это... Рубить этим дерево было не так-то просто. То есть, видите, здесь... Он говорит, вот... Охотник снаружи. Я наконец-то могу сбежать. То есть у нас даже есть с вами, так сказать, помощь. Отлично, у меня есть фрукт. Но где же мой нож? Фрукты это получается... Так, стрела. Где охотник? Подожди, стрела, стрела... Ну это ножик, да. Во. Следующий уровень. Встреча. О, нихера с... Нихера встреча. В натуре встреча встречная.
Он завидует остальным. Зачем вы принесли оружие? Это мирная встреча. Простой кухонный инструмент. Ему очень нравятся фрукты. Он отлично умеет прятаться в кустах. Подарок для военачальника. Прошу тебя, огромный гигант, не раздави меня. Его нет на празднике. Может быть, он что-то затевает? Мой отец был каменщиком. Как и его отец, да и от него. Каменные камни. Да? Так, кто у нас что? А, камешки. Ну, он похож, но нам нужен мирная встреча. Значит, он где-то внутри этой всей... Ага. Так, кухонный прибор. Значит, кухня. Так, ладно, давайте сразу волка... А, он завидует, вот он. В смысле, это не улитка? Нашел. Даже приближать не нужно было. Так вот, нет. А, стоп, тут еще палатки. Так, ноготь. Это за... А, да, за них имели. Так, подарок главноначальнику. Ну, смотрите, он тоже с оружием пришел. И он. Так, у нас остался ножик и хамелеон. Хамелеон. Так, кусты нам нужны. В смысле, это не ты? Это ж ты. Может, ты? А, вот это. Выставка камней. Ну, поехали. Среди нас есть предатель. Это что? Похоже на камень. Эти камни — мой дом. Не трогай их. Да ты просто бриллиант. Я не могу наесться одним бананом. Я предпочитаю тренироваться дома. Почему курица может перейти дорогу, а я не могу? Если камень... обработать, он превратится в произведение искусства. Яйца от дерева недалеко падает. Отлично, летний иглу. Так, короче, нам начнем, подождите, слишком много. Блин, я просто понимаю, что потом территория начнет возрастать и возрастать. Так, мне нужен мужик, который нихуя не делает, а значит, он где-то прячется. Над ним. Где же ты, приятель? С рыжей бородой и без штанов. Каменных штанов, имею в виду. Вот и... Нет. А. В смысле? А, он лысый. Поэтому он типа предатель. Но он еще плюс и без одежды. А вот он спрятался очень даже и хорошо. Блин, у него нет волос. Подождите, слишком сложно. Это получается выставка, да? Типа один... Показывают колеса круглые, треугольные и... Да, это круг у меня. Да, вы поняли, хорошо. Блин, я его найти не мог, прикиньте. Так, ладно, давайте начнем с подсказок. Первое, самое простое, это здание. А, тут типа художеством начали заниматься.
блядь, быть дома. Хи-хи-хи-хи. Кто там говорил за... Я не могу наесться этим бананом. Так, осталось найти банан. А при чем здесь банан? Ну ладно. А, мне еще бабёха нужно найти. Ману этим, когда много людишек, очень довольно, я вам скажу, нелегко найти. А, вот он. Она записалась, я понял. Так, и куда она спряталась? Девушка. А вы где? Почему курица может перейти дорогу, а я не могу? Какая курица? Ага, вот, дорога. И вот она. Хорошо. Это будет тяжко найти. Эти камни мой дом, не трогайте их. Значит, где-то в районе камней. Пытался найти одно, нашел другое. Так, динозавр у нас в этой территории. Это подожди, это очень похоже на камень. Каменная, ну блин, тут большая каменная территория на самом деле. Короче, нужно найти вот это, около камней, и яйцо от дерева недалеко падает. И около дерева вот эта херовина непонятная. Так, оранжевое и белое. Да, это нужно очень сосредоточиться и внимательно смотреть куда-то. О, нашел. Одно нашелся. Так, а теперь нужно найти херню, которая притворяется камешком. И что это вообще такое? Понимаем. Скрытая херня, довольно скрытая херня. Это по факту. Какая скульптура? А вот он, где я записался в камнях. Если камень обработать, он превратится в произведение искусства. Здесь никто такой не производит. Здесь там что-то строят непонятненько. Здесь, как я понимаю, камни не убираются, ничего не падает. Игральные кости. Та-там-та-та-та-та-там. А, так они в боулинг играют. Хм. Как Флинн установит, знаете, вот это. Квадратненькими кубиками кидаются. Ну, где-то ж этот маленький динозаврик записался все-таки. Блин, может я такой слепой, ребят? А вы видите? Где то динозавра? Каменного. Просто в ихних словах там как раз есть и подсказка, но я не вижу. Тут везде камушки. Камушков много, камушки везде.
все серое, и он серый. Может, я просто не хочу увидеть его. Фиг знает, это честно. Обработанное. Блять, хоть убейте, я не могу найти. Где оно может быть спрятано? Хотя вот челики что делают, ко мне может где-то здесь. Да в том-то вот и проблема. А это другое. Около бриллианта, вот видите? Где ты, блядь? Если камень обработать, он превратится в произведение искусства. Произведение искусства, значит, где-то кто-то где-то уже что-то делает. В этом нужно найти. Ну вот кто здесь делает? Здесь обработка ничего. Ах! Ничего такого нету. Искусство можно сказать вот. Ну тут просто камешки и тут нету-то. Что требуется? Ла. Можно тут еще поискать. Там говорится за произведение искусства. Обработка. Я не вижу. Я долго не могу что-то сделать, мне начинает греть. И сейчас у меня начинается точка кипения, вот честно. То, что я не вижу ни хрена. Да, я могу типа перейти на другую, но я хочу найти. Да, ладно, может где-то около динозавриков. Произведение искусства. Короче, вот эта сторона, здесь ничего нету. Давайте на обход и смотреть около камней вот этих. Просто маленький тиранозавр Рекс. Смотришь, понимаешь, что и ну его нету. Куда? Куда смотреть, блин? Я хочу перелистнуть.
этот камень обработать. Так если этот камень обработать, он превратится в произведение искусства. Да ладно, серьезно. Телефон, кубики, змея, дерево. О, динозаврик. Палец, который используется, еще одна змея, еще одно дерево. А теперь динозаврик, который мне нужен. Вау. Откуда я мог знать? Я думал, только дома открываются. Зоопарк. Ох ты ж, ё-моё. Так, мы не так уж и отличаемся. Ты знаешь, я умею летать. Он сбежал. Прикройте эту местность. Результат неожиданного союза. Грук опаздывает на репетицию. Кому-то другому придется принести маску. Я предпочитаю оставаться в тени. Он считает, что отлично играет в прятки. Сомнительно. Похоже на название «гость» оставил след. Незваный. Постойте, зачем вообще строили эту башню? Бесплатный топор в комплекте. Что ж, у него нет рога, но мы все равно можем быть друзьями. Похоже, этот мяч принесет нам победу. Ох, теперь я понимаю, почему у того коротышки болел живот. Последний цветок, переживший ледниковый период. Что может быть лучше супа из каштанов, когда возвращаешься домой после работы? Так, рог. Рок, трок, фрок. Мы не так уж и отличаемся, знаешь ли. Вот для этого тут и эта и вышка, чтобы тебя не сожрали. Пойди, ну где-то сесть, да? А, вот он, да. Так, а теперь довольно... Сложно. Так, это же как раз тот же рынок, да? Теперь я знаю, почему у него болит живот. Я предпочитаю оставаться в тени. Теперь мне нужно смотреть на то, где бросается тень. Но в тени можно под деревом быть. Верно ведь? Так, меч и суп. Ага, суп. Ага, саламандра. Я умею летать. Это он где-то типа на дереве сидит. Или что?
Ну, а теперь я понимаю, почему у того коротышки болел живот. Какой живот? Это раз. И два, куда мне смотреть. Он что-то говорит, типа, почему я должен говорить это слово? И, заметьте, на русском. Блядь, подожди. Я предпочитаю оставаться в тени. Но где в тени? Под деревом. Причем здесь летать? Так, что у нас остается? Яйцо, это у нас птеродактили. Думал я, но я их не вижу. Яичко. Коротышка, я тоже не понимаю. Но мне нужно найти камешки. Череп, в который вбит топор, камешки, яйцо. А, типа они между собой это конфликтуют постоянно. Так, остался последний, это голова, в которой вбит топор. Это побыстрее было. Малать, сколько здесь? Ну, я смотрю, мы уже скоро в Египет. А, все, мы преодолели точку, мы попадаем в Египет. Ну что, в принципе, думаю, на этом мы закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.